Раньше парк имени Щорса сложно было назвать местом культуры и отдыха. Жители соседних домов выходить на прогулки по вечерам не решались. Это было небезопасно. Но в последнее время патрули сотрудников полиции и добровольцев народной дружины ситуацию значительно улучшили. Парк неплохая обстановка. По крайней мере, она стала лучше, чем она была. Гораздо стало чище, спокойнее. То есть уже нет таких вот хулиганств, которые были когда-то раньше. В Самаре администрации регулярно проводятся профилактические рейды в тех частях города, которые ранее вызывали беспокойство у горожан. Курить и употреблять алкоголь в общественных местах давно запрещено. А потому участники рейда относятся к нарушителям очень строго. Убираете пиво или сейчас выкидываете его прямо, или сейчас уберете его и уходите отсюда. Прямо сейчас. Железнодорожный район стал третьим, где проводятся такие рейды. Департамент общественной безопасности отмечает, в районах, в которых проверки уже проводились, распивать спиртное на улицах стали гораздо реже. Граждане Самары, они стали меньше пить, употреблять в данных местах, где проводятся рейды. И я думаю, мы положительно будем влиять на состояние наркотизации и алкоголизма в городе. Сотрудники полиции и Департамент общественной безопасности призывают всех соблюдать порядок в общественных местах, не пить, не курить и не мешать другим отдыхающим. В обратном случае вы не только испортите себе отдых, но и заработаете штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.